Добрый день. Тьфу. Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайд 687. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь нефрит. И... Вместе на привет, ребят. Короче, ребят, сегодня мы продолжаем прохождение этого Засержа. Хронокросс, то бишь, проходим. Хотел сказать то, что вот... На стену не будет видно, потому что я по-другому настроил эмулятор. Более как вы сейчас услышите четче музыка, звук и графика. Ну вам хотя бы будет видно понятнее, все. Что там написано вообще. Да. Ну а мы не забываем ставить любом, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы пропускать наше новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте «Наши 90-е». Ну, а мы поехали. Как мы помним, Серж у нас теперь бегает не один. Ага, и курица бешеная. Да. С которой сейчас курица. Нам не вообще не вариант биться. О, наша старая знакомая. Потрясающе! Мы не можем просто так потрясающе вернуться в поместье. Мы провалили наше задание. Соль, это было ужасно из ужаснейшего. Перец, я жду мести. А, жажда мести. Кстати, ты помнишь, что у него было за потрясающее снаряжение? Просто что-то вроде этого, перец. О, ты помнишь, значит, он выглядит так. Да. Вообще-то, это он, перец. Ты точно уверен в этом? Прекрасная из прекраснейших встреч, перец. Давайте трясанем его. В этот раз мы потрясающе сделаем их. На перец и соль это еще те. В этот раз я точно взял с собой черный элемент перец. Отлично, тогда доставай и атакуй им. Утвердительно подтверждаю, перец. Кого будем бить, перца или соль? А? Какая прелесть, мне даже... Давай! Соль. Соль будем бить? Да, да. Тебе нормально меня слышно? Ну это из-за связи, тут связь у тебя что-то глючила, не показывала. Вау, он кастует. О, любезнейший из любезных. Только что ты применил не черный элемент атаки. Это был черный элемент, который делает твоего врага более подверженным атакам противоположного цвета белого, так ведь? Боюсь, ты прав. Какой ужасный ужас. Надеюсь, что ты взял с собой белый элемент. Если ты не взял его с собой, тогда ты еще более тупой, чем я думал. Как ужасно, ужасающе. Боюсь, что нет, перец. Да, короче, соль мудак. Сука, он отклонился. Хотя усиление кастует. Атака временно у него увеличена. Так. Давай делать спей. Что-то соль уклоняться. Да, соль! Ты чё ты соль? Да, он от всех ударов уклонился, ты представляешь? Кошмар. О, нифига себе. Нет, что оно. Она один удар всего нанесла, и то самый децельный. На тебе хоть огненным шаром.
Все. Так. Одного уделали. Что у нас есть? А этого аква лучом мы. Перечная коробка. Это какой-то из его коронных ударов. Объеду все равно тебя. Да, блядь. Да, блядь. Ну надо же. Ну хоть на третий раз получилось. Ну точно. Все живой, блядь. Да. Вы что там прокачивали все, что ли? И тренировались. Уклоняется, как не знаю кто. О, левелап. Самое смешное, что я игру не слышу, а тебя слышу. Ну, значит, опять у тебя глючит. Ну ладно. Ты сама знаешь. Кай. Потрясающе, сматываемся отсюда. А ты подергай там шнурок у себя. Или как ты говорила? Так у меня вообще отключен сейчас наушники. И все равно не слышишь игру? Нет, я слышу, а игру нет. Ладно, погнали дальше. Я не знаю, почему так у тебя. Ну не страшно. Так ты музыку веселую не слышишь? Нет, так мне не скучно. Пишу свои искренние извинения. Я понимаю, мы здесь для того, чтобы защищать вас, как драгуны Акации. Эти рыцари должны вскоре закончить свою работу. Ох, это ничего. Я тоже могу достать свои цветы в других местах. Это так ты должна, наверное, говорить. Ладно, не обращайте внимания, я в последнее время не вижу Краш. Он... Как он? Карш. Карш. Карш, Карш. Как? Ну, как он? Ну, он сказал, что идет на юг, охотится на призрака. Я всего лишь рядовой, так что я не совсем уверен, но я слышал, что это лорд Вайпер приказал ему. Призрак? Вот, вот это да. Надеюсь, беды никого не случится. Если увидишь его, передай ему привет. Обязательно, и я тоже вернусь. Ой, ты слышал? Карш, это та сволочь, которую мы видели на холме. А призрак, на котором он находится, уж не ты ли это, напарник? Значит, всем этим стоит кучка этих драгунов-акаций. Давай еще здесь подводим. Давай бродим. Ну, ребят, мы несемся дальше. Так, несемся. Куда мы несемся? Так, я еще. Я же не знаю, куда тут идти. Не помню. Так, скет, сусей надо попиздеть. А, это ты! Знаешь что? Нести, ноу! Тебя в упор не слышно, тебя кусочками, буковку. Слышно, тебя слова вообще не слышно, тебя как будто откусано все. Ты тут вообще? Где тебя вообще? Тебя просто вообще не слышно. Ребят,
Если вы не слышите Nasty No или слышите куски какие-то фраз, ставим Люба. Чтобы она понимала хотя бы, что мы ее не слышим. Что, закрыто что ли? Нет, закрыто. Инн. Что такое Инн? Добро пожаловать, где остановиться у нас? Ну, секундочку. Теперь тебя хорошо слышно. А вот, а есть, где всегда свободная комната, но стоит 100 г. Отдохните там? Не. Понятно, ты иди еще. Ну что, вольник такой. Что, надо в Г зайти? Фу, в комнату. О. Это чувак с чувихой? Давай к чувихе подойдем. Вчера мы совершили водную прогулку на лодке. Ох, я вам очень рекомендую. Если вы попросите парня возле алтаря, он вас пригласит на лодку. Ты кто? Ура! Да, мы сделали это. Мы только что сделали приветствие, которому нас научил герой Пьера. Мы отдыхающие, прибывшие из Пора. Здесь очень красивая и отменная пища. Об этом месте мы можем сказать только хорошее. Заебись. Okay. Короче, ребят, хотел сказать. Я не буду сейчас тогда ходить вот по всяким таким закоулкам, не квестовым. Болтовни тут много можно наслушаться. Но стоящей болтовни тут очень мало. В гостинице часто заходят бродяги, короче, бомжи. Ну, понятно, короче, нафиг не нужен. Нам нужно идти то, куда нам надо идти. Так со всеми болтать это просто без толку. Так, все, магазинчик какой-то. Дверь. Опа-на! Нормально. Валерий с хаты. О, дедок. Совсем недавно я отправилась. Это... Чего? В лес теней собирать дикие растения? Ты же лысый. Ты дедок, я думаю. Веришь или нет, я нашел редкий гриб с теней. Я нашел теперь. Странно. Шляпкой, как тебе? Тебе? Да, я завидую. Я так и думала. Так и думала начать хотя бы с того, что этот гриб пускает ростки только один день в году. Блять. Ты кто такое? Хорошо, тогда я открою тебе небольшой секрет. Далеко в лесу есть огромное дерево, в этом дереве есть дупло. Это дупло ведет к подземному источнику, где растет много редких грибов. Если ты пойдешь дальше, по воде ты упрешься в особняк мастера Вайпер. Это тебя не удивляет? Мастер Вайпер тоже, наверное, собирает грибы в свободное время. Он отличный мужик, мастер Вайпер знает толк в хороших грибах. Какой он замечательный лорд. Сука. Что ты такое вообще? Кто ты, женщина, кто ты мужик, я тебе понять не могу, кто ты. И все, блядь. Короче, мы узнали про грибы. Девка заикается. Ну вот то же самое у меня было с тобой. У нас игра громче, чем ты. Нет. Чем могу помочь? Давай, чем ты поможешь? Ой. О, у нее есть. У нее есть. Пусть громадина. Пусть будет. Аэроблюция. Тоже хочу. Я, конечно, все понимаю, что ты в этом разбираешься. Нет. Но мне названия понравились. Особенно аэроблюция. Ты там даже до свидания не сказала, что ты пришел. Да похрен, у меня есть аэроблюция. Во, пойдем в бар. Что в баре есть? Надо выпить, да? Так, со всеми тут тоже болтать не буду. Тут собутыльников много. Добро пожаловать в Бог Дракона. Вас дом открыт для всех, кому сердце брак и шторм. Поднимайтесь на китайцы. Так, это хотя бы. Я тебя вообще сейчас не слышал. Что вы думаете о термине? Этот торговый городок любит путешественников. Я люблю этот город и всех его людей. Неважно, место
Хозяин, еще один заказ кальмаровой пасты. Еще? Вы только ее и едите. Попробуй что-нибудь еще. Хе-хе-хе. Чем блюдо вкуснее, тем быстрее я это съем. Боже, прямо когда вы обсуждали самое интересное. Все, больше ничего, что ли? Я думал, ты хоть что-то тут... Бля. Закрыто. А ты кто такой, фраер, тут стоишь отдельно? О. Гуэль. Таксодомас, блядь. Гайл. Меня зовут Гайл. Я заключил какое-то... Кое-какое пари с гадалкой на мосту. Если я принесу в доказательство вещи с особняка в течение недели, я выиграю. Если нет, я проиграю. Но... За каждой таинственной магией стоит какая-то загадка. Нет более неприступной крепости в этом мире. Тост за мою будущую победу. Ара! Короче, потом, ребята, мы его познакомимся с ним поближе. Я так, к некоторым персонажам подхожу, чтобы вы запоминали, что с кем можно еще потом как-нибудь пересечься. Тут чувак нарисован. Я всегда думал, это девушка вначале. Мастер Вайпер, я снова здесь, чтобы полировать вашу статую. Блять. Дебил. Так, я еще кое-куда не сходил. Вот куда мы бежим? Вот сюда вначале еще бежим. Ну смотри. Опа она. Что Кто же ты такой? Повезет тебе или нет? Все от гадания твоей судьбы до поиска пропавших. Хочешь, чтобы тебе погадали? Давай. Кто хочет погадать? Серж хочет погадать. Что ж, это интересно. Вы не мертвец, не так ли? Кто-то призвал из загробного мира. Вы, возможно, являетесь ключом к уничтожению всей этой планеты. Не могу сказать точно, но кажется, судьба возлагает на вас ответственную миссию. Будьте осторожным. Эй, Серж, это просто мусор, пошли быстрее. Хм, ты? В твоих глазах я вижу и прекрасный взгляд, и взгляд чудовища. Будь внимателен. Не доводи до своего собственного конца, мой дорогой. Мечты находятся в ожидании, чтобы потом проглотить тебя. Извините, но я не верю в предсказание судьбы. Я сама создам свое будущее. Девочка, ты должна прислушиваться к советам старших. Ха, я не подумаю. Пошли, Серж. Все, мы уйдем. Подходите сюда, если вам понадобится предсказание будущего. Это все. Ну, ребят, скажу честно, старик тут, особенно про глаза зверя, вы сами поймете потом в дальнейшем в игре. Я потом вам просто скажу, если сам не забуду. Старик был прав. Причем из глаза зверя. Эй! Вы там, посмотрите сами. Это приз всех призов, редкость, живая русалка. Вот это настоящее сокровище. Запомните это, ребята. К сожалению, она не продается. Она самый ценный мой экспонат. Бля. А ты должна читать. Ну что вы думаете? Это вам не чучело животного, она живая. Ее чистейшая кожа как будто из хрусталя, ее глаза как изумруды. Она станет украшением любой коллекции. Фью, создание природы действительно невероятное. Какая красивая. Неужели она действительно живая? Эй, ну же, посмотрите-ка сюда. О, какая же она красивая. Ой. Эй, ты думаешь, ей весело? Корча.
Как бы ты себя чувствовал, если бы тебя посадили в аквариум и глазели на тебя каждый день, а? Какой-то панкуха пришел. О, это... Корша! Корча. Корча, ну не важно, бежим! Корча, это снова ты! Не беспокой моих клиентов! Здесь не место таким, как ты. Уходи сейчас же. Эй, ты! Эй, заткнись! Какие клиенты? Ты продаешь одно дерьмо. Почему ты не открыл аквариум, когда я здесь появился? Эй, все, этот магазин полон дерьма. Заткни свой рот, не говори такие нелепые вещи. Обращайся к своим друзьям, полулюдям. Эх, я не потерплю оскорбления от такого дерьма, как ты. Эй, ребята, вы не местные, не так ли? Не ходите, где попало, иначе сгорите, будьте осторожны. Окей. Это Корча, и он из Голдова. Интересно, почему он все время ошивается в термине? Нам лучше не связываться с такими, как он. Говорю, от него одни неприятности. Что вас сюда привело? Здесь только алтари. Нельзя беспокоить дух храбрецов, которые здесь отважно дрались. Чужакам здесь нельзя ошиваться. Не хочу показаться грубой. А чё, женщина опять? Блин, да. Ты поймёшь, кто женщина, кто мужчина, блин. Если вас нет дел, то уходите. Блядь. Кто в шляпе в такой же мужик, старик? Кто? Эльтора тут нету? Ну так не будем сюда заходить тогда. Так, у нее кончились цветы? Как нам не повезло тогда, давайте сегодня молиться без цветов. Молодой человек? Это у вас там колокольчик? Вы можете отдать нам этот цветок? Нам нужен колокольчик для молитвы. Ну как мы отдадим? Я не проси. За цветок. Потом поймешь. Ну ты говорю, ты все под. Если творишь добро, и потом поймешь, как-то в игре тебе укнется. Ну отдай ему этот цветочек, просто бесплатно. Бесплатно? Вы уверены? Огромное вам спасибо. Зачем я нож колокольчик там подбирал-то? Позвольте мне выразить вам свои благодарности. Души покоряются, покоятся под этим мечом. Покоящихся под этим мечом очень любили эти цветы при жизни. Поэтому мы попросили их. Приносим их с собой, когда приходим сюда молиться. Читай спокойнее опять. А я... Дарио, вот колокольчики, которые вы так любили. Ты так любил. Скоро в нем созреют семена, вырастут новые листья, и вокруг зацветут новые колокольчики. А мы станем старше на год, но ты останешься неизменным в нашей памяти. Отец, брат. Это загадка, этот меч никогда не ржавеет, даже под дождем.
будто в нем живут души его хозяев. Так ты думаешь, Глен? Да. В моей памяти навечно останется жизнь моего отца и брата, которые владели священным мечом Айнландзером. Будем надеяться, что это так. Что вы этим хотите сказать, мисс Райдл? Я не могу вас отпустить. Тебе не кажется, что в последнее время с драгунами творится что-то неладное? Драгунами. Драгунами. Лице отца отразило страдания, и даже Карш говорит, что его послали ловить призрак. Мисс Райдл. Все ведут себя так странно. С тех пор, как в особняке появился этот звериный гость. Глен, пообещай мне всегда видеть перед собой правду. Да, подкидывай остальным величайшие... Не подкидывай! Не подкидывай остальным величайшее... Величие! Не должно быть опозорено. Как пожелаете. Черт. Ох, простите меня. Мне просто стало неловко от ваших слов. Мисс Райдл, поднялся холодный ветер. Может нам вернуться в дом? Да, конечно. Под священным мечом лежат воины. 13-й драгун Акации, грандмастер Гарай. 14-й драгун Акации, грандмастер Дарио. Вот так это желтая вода. И этот парень ворвался сюда и спрятал его, как только я появился. Это было очень смешно. Ха-ха, классно! Ой, у меня клиенты. Извините, в следующий раз я вам приготовлю большую рыбину. Хорошо, Котчи, на этот раз она будет действительно большой. Ты ловишь одну мелочевку. Моряк, ты отличный, а вот рыбак никудышный. Ах, заткнись! Пока. Ой, это вы, ребята. Вы туристы, так, фестиваль, это пустая трата времени. Меня зовут Корчи, я прибыл сюда из Голдова, где работаю паромщиком. Я могу отвезти вас куда угодно, на своей лодке. Я недорого беру за свои услуги, так что не волнуйтесь. Мое мастерство широко известно народу, поэтому я гарантирую хорошую поездку. У нас есть очень важные дела, поэтому нет времени на увеселительные прогулки. Пока. Хорошо, если вам понадобится лодка, то свистните меня. Вот. Короче, мы познакомились с одним из персонажей. Будущих. Которые, как сказать... Ну, говорю, вы видите, как я сказал, ребята, я буду знакомиться больше с такими вот... Кто по сюжету... Да, кто по сюжету, с кем мы будем пересекаться, кто нам будет нужен. Простолюдинов я не трогаю. Поэтому такие вот темы я как-то это не заглядываю. А там что? Что такое дымится? Бельмешки какие-то. А это самый главный персонаж был, который сказал «А». Да. Смитти.
О. Добро пожаловать. Это официальный клиент Драгунов Накат. У нас только самое лучшее, но птички убили сами. Я себе могу левелапнуться. И я могу левелапнуть. Видишь, медную волну могу сделать. Это уже плюс, так ведь? Ну да. Скуем. Веник? А бронзовую я не смогу. Медь. Бронзовый кортик. Веник, прикольно. Мне надо одну медь именно. Где ты веник увидела? А, веник? Ну, это я не знаю, кому он нужен будет. Ну, потом узнаем по ходу игры. Наверное. Короче, кольчугу бронзовую еще могу сделать. Какой кольчугу? Чего не хочет? А, не хватает материалов меди. Ой, короче, все понятно. Мне без меди тут. У нас есть железо, у нас надо было закончить. Мы сделали более крепкие вещи, если бы у нас было железо. А, блять, у нас ни хрена нету. Мы тут бичуем сами. Так, Сержа экипируем. Ой, ему надо. Медную волну. Видишь, атака сразу станет 21, точность 86. Вот, так что надо ходить, собирать, бронзу искать, что-то ему подобное. Железо. Железо, да. Короче, надо шататься. Потому что без крафтинга оружия тут тяжеловато. Когда у тебя оружие старое. Это амулет счастливый кот. Блин, даже нечего стыбзить. Что за дом? Ой, тетенька. Тетенька, идите. Да вы не смотрите на меня, не смотри на меня. Не только не разговаривай со мной. Что-нибудь здесь нашарим. Что за бичарня? Художник бедный. А вон и художник сам. Че у него ничего нет вообще? Начало игры все сложно. Начало игры надо со всеми больше болтать. Чтоб познакомиться. Ван. Черт, это не то, чего-то не хватает. Кажется, я на верном пути, но. А вы как думаете? Я думаю, что все хорошо. Нет, на искусстве. Откуда вам знать? Сука, тетенька пришла. Это... Нет, ладно. Отец, когда ты вернулся домой? Ах, я только что вошел, корабль причалил раньше времени. Как ты поживаешь? После небольшого перерыва я снова уеду по делам. Ох, отец, снова отправляешься в деловую поездку. Да, совершенно верно. Это очень важная и удобная возможность для бизнеса. Меня снова долго не будет. Почему бы тебе для разнообразия... Не прекратить рисовать и не выучить бухгалтерское дело. Одним рисованием картин на жизнь не заработаешь. Если тебе что-то нужно, скажи служанке, она даст тебе немного денег. Что ж, я уезжаю.
для чего он приходил? Сказать то, что чуваку хватит рисовать. Отец обещал мне сходить посмотреть фестиваль. Но разве он сдерживает обещание, данное мне? Да. Все, напизделись? Или что-то еще? Не думаю, что отец все разглядит отсюда. Цвета моря и неба гораздо ярче красоты драгоценных камней, которые он собирает. Неужели он в юности был художником? В это трудно поверить. Ну все. Еще с одним персом поговорили. Нет, это вот все-таки женщина. Собачка, пусти меня. Собачка не хочет пускать туда. Мне пока туда не загнали. Это жук. Это жук. Короче, я не помню, но туда как-то можно будет потом попасть. Жука не будет. Ну так попробуй тут всю игру эту запомни. Тут сказано, надо правильно... Ладно, все абсолютно чисто. Нужно, чтобы было очень чисто для предстоящего фестиваля. Вы придете посмотреть на фестиваль Вайпера. В термине спокойно, благодаря пристальному вниманию мастера Вайпер. В жару и непогоду мастер Вайпер присматривает за нами всегда. Как вы понимали, конечно же, настоящий мастер Вайпер находится в своем особняке вместе со своими драгонами-акациями. Если разрешите похвастаться, недавно я был приглашен в особняк. Это изумительное место, если и есть рай на земле, то это он и есть. Особняк великолепен, и он задумывался так, чтобы использовать окружающую территорию для своей выгоды. Он построен в непроходимом лесу. Плюс ко всему, на парадных воротах стоят сильные охранники, которые уничтожат любого монстра с одного удара. Ну, прилежных жителей вроде меня не могут пригласить на вечеринку в особняк, но не вас, ребята. Скорее всего, вас будет ждать холодный прием охраны у ворот. Хо-хо-хо-хо-хо. Настино! Да-да. Хорошо, решено. Мы должны прокрасться в особняк Вайпера. Ты должен знать, чем занимаются эти драгонакасы, верно? Зачем Карш пытался сходить тебя? У меня там есть тоже кое-какие дела. Так что я пойду с тобой. Ну что скажешь, Серж? Ладно, пошли. Выбор очевиден, правда? По словам здешнего дедульки, это для меня чертовски огромное место. Что это также значит, что туда будет легче пробраться. Должно быть несколько способов попасть туда. Если мы плохо спланируем, это будет стоить нам нашей жизни. Так. Блин. А где же я должен найти что-то полезное? Ну ладно, ровно сразу же сюда пойти тогда. Это рабовладелец. Сегодня часть водилки. Ну да. Ну так здесь только начались наши приключения, как говорится. Это мой первый визит к термину, поэтому я пытался раскламинировать группу.
Хороший город, отличная еда, в общем, довольно приятное местечко. Успех в концертах, кажется, гарантирован, но... Между нами говоря, главная звезда Ники пропал. Вы его не видели? Мы последнее время часто его находили в изумленном состоянии, как будто тело его пребывало здесь, а дух где-то далеко. Но без него у нас ничего не получится, мы даже не можем начать репетировать шоу. Микки скоро должна вернуться из поисков, но... Мик, ну так ты его нашла? Нет, все бесполезно. Я смогла проследить его путь до лестницы ней, но... Вот крест охраняли рыцари, я не могла туда пойти. К тому же я не хотела бы ходить в этот жуткий лес совсем одна. В конце леса есть походу несколько вайперов. Ну что этот идиот пытается сделать? Понятно. Так значит, он точно пошел в лес теней. Эй, я знаю. Можете мне помочь. Я отвлекусь от входа в лес. Тогда вы сможете туда пройти. Найдите их. Ну же, разве вы не можете красивую девушку в беде? Хорошо, пойдем. Да. Ох, вы же мои спасители. Хорошо, пойдемте скорее. Еще бы Сержа отказал от белой девушки, да? О, это Серж отказал ли? Играет, по ходу дела, Нев. Поэтому, когда тут Нефу всегда предлагают красивые девушки что-то там на-на-на, хотя я бывает и отказываю. Кстати, это что-то интересное есть. Когда ты все время бороздишь море, однажды начинаешь задумываться, где кончается море, где начинается я. Пытался жить своей жизнью, блядь, да-да-да-да-да. Попиздели, короче. Не нужно. То все любят попиздеть. Кто убил эту девчонку? Да я знаю, куда она пошла. Вот если мы к тому чуваку, который чистил вайпера этот, как его, статую, если мы к нему не подошли бы, то мы бы не попали бы вот в этот корабль к этой девчонке. Ладно. Ну и, ребят, на сегодня это все. Наше приключение на сегодня закончится. Это был, да, чисто, на, так сказать... Побегушки. Уж... Не то, что побегушки. Вы знакомились с будущими нашими, так сказать, персонажами, которые нам по сюжету игры будут, с которыми пересекаться. Это, так сказать, начало-начал. Ознакомление. Да. Ну и всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить... Люба, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы посмотреть наши видео, а также вступаем в группу ВКонтакте Даша 90. Ну и всем, let's rock! Чао!